Всем доброе утро, у нас видно небо, это кайф. Вот у нас залитая площадочка, теперь лестница в небо стала. Скоро станет еще круче. После дождика видно горы и небо. Это прям замечательно. Лёленька. Вот, а так чё? Утро. Девочка мертва. Лёлику срать. Ну, а я знала еще вчера, что она умрет. Вот, поэтому что-то мне сегодня захотелось пораньше, прям, как обычно. Это что-то... Обычно я встаю просто рано, там, часов 5-6, и всегда прям подрывалась еще в темноту, и тут в гамак шла, там, еще что-то, без телефона, короче. А последнее время... То пойду что-то посмотрю, то там видео свои загружу, то еще что-то. И, короче, там часов 5-6 просыпалась, и еще там до 7, до полувосьмого чилила в кровати, там в телефоне зависала. Вот, а сейчас решила вспомнить старые добрые времена и опять до рассвета прийти наверх. И полюбоваться солнышком, раз уж сегодня его будет видно. А так что? Новости нашего городка. Даже не знаю, что. Все у нас хорошо, все потихонечку. Никуда никто не торопится. А вот. Лёлик убивает девочек, да? Птица моя. Что такое? Зачем ты убил девочку? Лютика сначала убил, потом девочку убил. Вот, так что кто жалеет Лёлика и говорит, зачем ты ему режешь крылья, и еще там всяких разных много штук говорит. Ребятки, короче, то, что для вас плохо, для кого-то может быть хорошо, и наоборот. Вот как мне там, допустим, хорошо не бухать, а вам всем хорошо бухать. Вот, птица красивая. Для кого-то что-то хорошо, для кого-то то же самое может быть плохо. Так что, как дела у Лёлика, вы там сильно себе мозг не засоряйте, потому что вот эта вот суета, которую вы себе создаете, она мне и Лёлику вообще никак, ну, по барабану, да, не отображается никак, потому что она у вас в голове. Вот, а до нас она даже не долетает. И как бы вот этой вот суетой, вот этой вот осуждением своим, злобой, там, борцом за справедливость, попыткой там что-то, короче, кому-то доказать, в первую очередь себе, там, шар, короче, там, шар. Даже видно шар. Короче, вот этим всем вы делаете плохо только себе. Вот. Потому что... как бы вот эти вот мысли, чувства и эмоции, которые у вас негативные вызывают по отношению к нам с Лёликом, они, ну, на физике вернутся, и вам опять какой-нибудь кирпич на голову упадет, на ногу упадет, или, не дай бог, конечно, либо какая-нибудь неприятная ситуация случится. То есть вот если случаются какие-то гадости мелкие, то, короче, помните, это все вот из-за таких ситуаций, когда вы там кого-то на кого-то, там что-то, то есть, ну, серия там, ну, как бы, заведи птицу и люби ее как хочешь. Ну, не хочешь, не заводи птицу. А если уж кто-то завел и блюдет ее как хочет, типа, не лезь туда. Ну, как бы, порадуйся там, я не знаю. И все. Потому что остальные, любые другие чувства, кроме положительных, там, эмоционально, они тебе же повредят. То есть они не повредят мне, либо кому-то еще. Вообще мы о них даже не узнаем. А вот тебе они повредят настолько, что реально в твоей жизни случится очередная какая-нибудь какашка. Ровно из-за этого, ровно из-за твоих мыслей. Вот. Поэтому не желайте друг другу зла. Утро прекрасное. Смотрите, там еще вон облачка видно. Облачка. Пойду я в гамак. Вчера вон как чувствовала, убрала часть...
Чкаевского камакаша он мне подарил. Сейчас я его растяну, и будет у меня сухой гамак, в отличие вот от этого мокрого гамака. И что вот такое коротенькое? У меня видео получилось на 5 минут. И с шаром, и с облаками. И с моим трындежом, и с Лёликом. И вообще, короче, всем вам, скажи, Лёлик, всем счастья. А ты, какашка, убил мне девочку. Вот. Я для проформы. То есть у меня нету никакого зла на птицу. Я понимаю, что это все как бы в силу того, что он птица. И у него по-любому нету там каких-то чувств, как они у нас есть, какие есть у нас там. И перекладывать на его птичью цивилизацию свои какие-то головные хрени я, конечно, не буду, потому что это просто птица, и да, он убил девочку. Вот. Но жизнь продолжается. Девочке и так за год пришлось нелегко. Вот с этой вот с этим чудом. Вот. Но мы ее любили, холили, лелеяли, гладили, кормили. Короче, все чики-пухи, всему свое время. Даже смерть у птицы всегда вовремя. Так что никто ни в чем не виноват. Никого не надо ни в чем никогда обвинять. Просто жизнь продолжается. Не еби себе мозги, будет все хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ты какашечка какая. Вот так. Всем доброго утра и хорошего дня, ребят. И шарик вам еще шарик. Воздушные шары летят опять вдали. Красота. Что-то я, правда, забыла, что такое утро. Прям радуюсь. Ну, там сейчас скоро солнышко встанет. Дрон, что ли, запустить? Такая погода хорошая, прохладная. Кайф, 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 короче. Всем хорошего настроения на весь день. И даже когда этот день является днем смерти. Из-за тебя. Вот, но это легкий троллинг, ребят. Не надо там навешивать свои стереотипы на меня. Там птица летит. Белая большая птица он еще. Там еще белые птицы. И шары, и белые птицы. Счастье, прям счастье летит со всех сторон. Ой, там еще один шар. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая будешь. Ой, солнышко. Ой, оторваться не могу, я вам показываю. Все, я в гамак.